Диалог по гагаузии. Гагаузские народные танцы. Гагаузский народный танец является выражением культуры и традиций этого народа. Гагаузские танцы разнообразные, отражают культурное разнообразие гагаузов. В них можно проследить элементы турецких, балканских, румынских и русских танцев. В одном из самых популярных гагаузских танцев – кадынджа – это веселый, энергичный танец, часто исполняют на свадьбах и других торжествах. В то же время в гагаузском танце часто используются медленные движения, исполненные скромности. Гагаузские танцы исполняются под народную музыку как мужчинами, так и женщинами, одетыми в традиционные костюмы. Известный хореограф и балетмейстер ансамбля «Дюзава» Константин Гермек активно продвигал гагаузский танец. Он говорил, что гагаузский танец подчеркивает характер кочевого народа. Гагаузы также танцуют хору, в которой присутствуют элементы молдавского танца. В танце они двигаются против часовой стрелки. Диалог по гагаузии.